Сегодня мы собрались в этом гостеприимном месте для того, чтобы и поздравить Ирину Сергеевну, поздравить Аню, ее дочку, с днем рождения. И, ко всему прочему, все присовокупилось к тому, что мы сегодня празднуем фестиваль «Вятки Московии». Вообще, всегда нам радостно оказаться здесь, потому что Ирина Сергеевна такой замечательный человек. Я думаю, что ребята, которые здесь стоят, они подтвердят, что всегда с приветливостью, с радостью, с возможной помощью, насколько это возможно, для того, чтобы только вот поддержать дух дружбы, дух взаимной помощи. И поэтому вот это нам очень близко. Поэтому, Ирина Сергеевна, дорогая Анечка, мы вас от всего сердца с ребятами поздравляем. Желаем вам здоровья, желаем вам радости, желаем вам мира, процветания, всем благим, добрым делам, которые творятся здесь. Вот, дай Бог вам долгих-долгих лет жизни и спасения с Богом в Боге. Ну, а сейчас мы 3-4 поздравляем. 3-4. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!